Для православных Хабаровского края появление нового архиерея в регионе – большой праздник. Обряд рукоположения или хиротонии прошел в Подмосковье в Покровском Ходькове, женском монастыре, где хранятся мощи родителей преподобного Сергия Радонежского. Событие собрало как местных прихожан, так и православных хабаровчан, которые специально туда приехали. Приглашение во время своей рабочей поездки в Москву также получил и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Таинство провел патриарх Кирилл. Важно, что вы сегодня были вместе с нами и молились, покуда речь шла о том, каким должен быть архипастырь, служащий в Хабаровском крае, а общее делание, которое мы сегодня совершили. Дай Бог, чтобы именно так и проходило это служение во благо Церкви, Отечества и народу Хабаровского края. Епископ Пантелейман – ректор Хабаровской духовной семинарии. После возведения в новый священнический сан он стал пятым архиереем в Хабаровском крае, а также викарием Хабаровской митрополии, иначе помощником митрополита. Для нас это огромная честь, для всех православных событий. У нас в крае появился пятый архиерей. И он будет, я уверен, хорошим помощником нашему митрополиту Хабаровскому и Преамурскому Артемию. Ну и мы можем только пожелать епископу Пантелеймону успеха в служении Богу, России. Патриарх Кирилл и Священный Синод Русской Православной Церкви определил епископу Пантелеймону титул бикинского. Ему вручили архиерейский жезл. По традиции, после обряда и литургии, он преподал верующим первое архипастырское благословение. Ульяна Крамаренко для «Большого города».